Ладно, РСП это одно и так далее. Мы уже это все слышали. А почему не рассказывать это про мужчин с детьми, когда они бросают одного, двух, а то и трех детей и уходят непонятно куда, в свободное плавание? Как тогда быть? Если он один раз бросил семью с ребенком, а где гарантия, что он вторую и третью семью не бросит? Так получается, это тоже утиль? Вообще, похую. Ну, эта пластинка стара как мир. Если он действительно бросил свою семью, своего ребенка, вот так вот просто ни с того ни с сего взял и бросил, да, не хочу и все. Это козел, это мудак. Но вопрос, нахера ты за него замуж выходила, если это козел и мудак? Не видела до свадьбы? Так не бывает. Сначала был хорошим, потом стал плохим. Значит, он в браке стал плохим, с тобой стал плохим. Извини, но это нужно понять и принять.